совсем другом настроении. Вот. Она с моралью. Но так уж получилось, что вот из новых еще вот такая. Написана она в соавторстве со всем афроамериканским сельским народом. Он обнимает ее, она готова терпеть. У нее есть пара минут, а после надо спешить, чтобы успеть. Она скажет: прости, не пусти, и я тороплюсь. Друзья, не слишком ли я серьезен, когда я играю блюз? И вот простыл ее след, а этот след он готов согреть. И пальцы его бессмысленно перебирают в кармане медь. А что-то опять недосказал. Такая печаль, такая грусть. Друзья, не слишком ли я серьезен, когда я играю блюз? Вчера он угостил ее мороженым эскимо. Сегодня хочет писать обстоятельное письмо о том, каким мог бы быть их союз. Друзья, не слишком ли я серьезен, когда я играю блюз? Ведь любой из вас знает, о чем это и почему. Любой из вас готов дать советы ей и ему. Ах, танцы, танцы на граблях. И что с того, что это дурной вкус? Так вот, не слишком ли я серьезен, когда я играю блюз?